Международный день танца отмечается 29 апреля. В этот день проводятся разные танцевальные флешмобы и мероприятия. Однако превратить музейные полы в танцевальный паркет пока не решался никто. В Музее спортивной славы Сочи решили – танец тоже спорт и обязательно когда-нибудь будет внесен в программу Олимпийских игр. Тем более городу есть кем гордиться в этом направлении. В Сочи свыше 10 танцевальных профессиональных школ, которые представляют нашу танцевальную школу Сочи и вообще Краснодарский край на крупнейших турнирах, соревнованиях и кубках мира, первенствах в этом направлении. И в том числе занимают достойные призовые места не только на уровне города, края, но и чемпионатов Европы. Также гостям, а это школьники младших классов, рассказали о выдающихся танцорах и хореографах, самых интересных танцевальных направлениях и крупных профессиональных турнирах, которые традиционно собирают огромное число зрителей по всему миру.